Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Duna 1996 года выпуска. Решил сделать по нему краткий обзор. Автомобиль с дизельным двигателем 3L, объем двигателя 2,8 литра. Хороший представитель японского автопрома в сегменте микрогрузовиков. И что самое замечательное, у него двухкабинная составляющая. Небольшой кузов, и можно также передвигаться, как и в легковом автомобиле, с 5 человеками в качестве пассажиров. Или на какие-то работы увезти материалы и бригаду. Данный экземпляр на российский рынок официально не поставлялся, завозился только моряками с Японии. Пробег на автомобиле 260 тысяч километров, это только то, что заявлено на одометре. Как правило, пробеги на этих автомобилях всегда сматывались, что я считаю неправильным. На тех годах особого страха и особой, как говорится, проблемы смотанный пробег не составлял, так как автомобили требовали какого-то ремонта уже не по пробегу, а по по состоянию транспорта. Новые автомобили, которые высокотехнологичные, там уже такие вещи, скажем так, смертельно опасны для автомобиля. Тот же взять Land Rover. Если своевременно не заменить на нем ремень ГРМ, то ремонт может достигать и до миллиона рублей. Как правило, Discovery 3 обрыв ремня приводит к ремонту до 500 тысяч. Состояние грузовика неплохое. Предыдущий хозяин уже много на нем наделал дополнительных вещей. Вот по низу кузова понаварил ящиков дополнительных. Также сделал будку. Автомобиль был бортовой. Будку сделал герметичную, в принципе, грязь не попадает, влага не попадает. На амортизаторах он и продолжает сейчас выполнять свою работу, перевозить грузы. Масса автомобиля снаряженная не более 2,5 тонн. Грузоподъемность на наклейке вот сзади видно 1250 килограмм, но как правило это минимальная масса. Не переделывая, не добавляя жесткости рессор, он может смело перевозить 2 тонны без ущерба. Колеса сзади стоят спарки, по 2 колеса с каждой стороны. Диаметр задних колес 13 дюймов. Спереди колеса 15 дюймов. Сзади довольно-таки просторно сесть трем пассажирам. Также и спереди может сесть 2 пассажира спокойно. Удобно сделано для перемещения водителя в сторону пассажира. Это функция «Положи рычаг». Нажимаем ее обратно, все, она зафиксировалась. Рычаг переключения в рабочем положении. Кабину уже хозяин обклеивал сам. Дополнительно делал какие-то улучшения. Бардачок небольшой, но он забитый, сейчас особо не покажу, но положить можно в него разные нужные вещи. Также покажу, как открывается здесь капот, так называемый. Здесь 2 защелки. Открываем одну, открываем вторую. И вот он у нас спрятанное сердце данного
автомобиля. Двигатель зарекомендовал себя довольно-таки надежным. 3L – это неприхотливый двигатель. Он не турбированный, это обычный атмосферный двигатель. Здесь еще стоит механическое ТНВД. Нету ни электронных форсунок Common Rail. Обычные механические. Головка здесь дюраль алюминиевая. Ну а блок чугунный еще. При нормальной эксплуатации эти двигателя, ну, знаю, без ремонта у человека отходил почти 800 тысяч. Длина автомобиля 4 метра 60 сантиметров, ширина автомобиля 1 метр 60. Довольно-таки компактный размер микрогрузовика. Коробка, как я и говорил, механическая, передачи короткие. Мощность двигателя 90 лошадиных сил. Расход от 8 до 10 литров. Притом расход это не тот, который заявлен заводом-производителем, это реальный расход на сегодняшний день. Завод заявляет от 6 до 10. Еще такие вот, как говорится, замечательные вещи, которые раньше использовали японцы и которые сейчас практически не используют. Все делается для того, чтобы больше зарабатывать на запчастях. Сейчас заведу. Здесь приходится ждать, пока свечи накалят. Автомобиль не турбированный, но стоит турботаймер. Плохого в этом ничего нет, ну и особенно улучшений тоже никаких нет. Сейчас заглохнет, чтобы шум двигателя не перебивал. Очень удобно садиться в него. Сделана ручка, сделана подножка. Вот я хотел показать. На всех рулевых соединениях есть тавотница. Вот я ее очистил. Тавотница здесь, тавотницы на ЦАПФе, регулярное шприцевание продлевает срок службы этих узлов. При том, что автомобилю уже 23 года, у него стоят все рулевые тяги, наконечники новые, родные, оригинальные. Также крестовины на кардане тоже шприцуются и тоже стоят еще оригинальные, неменены. Объем бака у него небольшой, здесь где-то порядка 50, по-моему, 55 литров. Ну, прокатимся. Радиус разворота у автомобиля маленький, это видно по вывороту колес. Ручной тормоз нажимается вот здесь под указательным пальцем клавиша, поворачивается и опускается, затягивается просто вверх. Ну, рычаг я уже показывал, что ложится для перемещения. Управление дворников простое, но положений много. Клавиш лишних нет. Автомобиль оснащен кондиционером. Подогрев
стекла, хотя здесь я не знаю, какое стекло греется, заднего стекла здесь нету, противотуманки. Вот этот вороток у нас, вот я его кручу, он у нас поднимает обороты. Это для, сделано для прогрева. Утром, когда заводим, накручиваем его, завели, автомобиль прогрелся, выкручиваем, все, обороты снизились. Ну и можно ехать. Вот просто покажу на месте, какой у него радиус разворота. Все. Он крутится примерно в 4. Нет. Примерно где-то около 6 метров у него полный разворот, 5-6 метров. Поэтому можно на двухполосном движении на дороге спокойно развернуться. Автомобиль не скоростной, не гонка. Вывешивается при повороте, у него колеса подвисают, задние пробуксовывают, поэтому здесь надо быть аккуратно. При гололеде тоже, если автомобиль не груженный, есть свои трудности, так как он легкий, он постоянно пробуксовывает. Мощность 90 лошадиных сил ему предостаточно. Крутящий момент у него 189 ньютонов. Крейсерская скорость, с которой менее комфортно ехать, это где-то порядка 100-110 км в час. А дальше уже и управление хуже становится. И парусность у него повышается. Ну, он не рассчитан для быстрого передвижения. Передачи, повторюсь, короткие. Он бодро для своих 90 лошадиных сил. Вот, получается, четвертая передача, 45 километров в час. Ну, спидометр подбирает у него где-то на 5-7 километров. Обороты получается 1600 оборотов. Низкая площадка погрузки у него, что опять тоже очень удобно для подтоварки, для загрузки, для выгрузки. Вот такой замечательный представитель японского автопрома, который на сегодняшний день практически не завозится ввиду своей дороговизны, но те, кто знают эти автомобили, кто на них отъездил долгое время, они на сегодняшний день предпочитают покупку именно японских микрогрузовиков, которые являются, а что же скрывать, эталоном надежности, удобства, компактности. Да, тут немножко не тот комфорт, но тем не менее, это замечательные автомобили. Я все равно продолжаю любить японские автомобили, начиная с 93-го года, пересев на японцы. Я и по настоящее время их обожаю. Но опять же, это субъективная оценка моя. Многие с этим не согласятся. Но, как правило, кто
начинал с европейцев, любит европейцы. Кто начинал с японцев, любит японцы. Вот таким кратким обзором хотел поделиться с вами о хорошем автомобиле. Вот едет собрат его, тоже японский, с манипулятором. И вроде бы микрогрузовик, но тем не менее передвижение на нем не убивает тебя за весь день. Когда на нем не гоняешь, а едешь по делам, не напрягаясь, с удовольствием, наслаждаясь жизнью, это работяжка. Натуральная работяжка. Но опять же, по нуждам. Разные автомобили, разные грузоподъемности, разной вместительностью. А для дома, для хозяйства иметь такой грузовик — это просто роскошь. На этом все. Всего вам доброго.